Кронштадт – легендарный балтийский город-порт. Именно он станет финальной точкой первого этапа большого проекта «Кругосветка». Амбициозного, но вполне осуществимого, как считают все его участники. Итак, согласно планам, 12 июня 2017 года большая группа сибиряков под руководством опытного капитана отправится по маршруту Красноярск-Кронштадт на яхте. По предварительным подсчетам, в пути они проведут 46 дней, преодолев расстояние в 3162 мили. И к концу июля будут здесь. Чтобы добраться до суровых балтийских вод, красноярцам предстоит пройти еще более суровым северным морским путем – маршрутами легендарных полярников. Среди них те, чьи имена официальная история долгое время не признавала. А самый успешный и вместе с тем малоизвестный арктической экспедиции 20 века и ее героях расскажу в следующих сериях проекта. А пока начинаем судовой тележурнал «Красноярской кругосветки». Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это. История любой экспедиции начинается задолго до официального старта. Подготовка занимает месяцы, а иногда и годы. Сегодня 16 октября 2016 года. Мы в Красноярске, неподалеку от моста Три Семерки, на палубе яхты «Елизавета». И буквально через пару недель начнутся масштабные работы по подготовке «Елизаветы» к ее большой кругосветной экспедиции. Парусная яхта с романтическим именем – главная героиня предстоящего путешествия. Технические характеристики. Длина судна – 17 метров, ширина – 3,65 метра. Высота мачты от палубы – 20 метров. Мощность дизельного двигателя – 60 лошадиных сил. Корпус и мачта изготовлены из судовой стали. Сюда на зимовку «Елизавета» шла от Красноярского моря по Енисею. Через плотину ГЭС ее перемещали на специальном подъемнике. Что ждет каждый человек? Наверное, свобода. Вот это ощущение, даже я не знаю, что вот лодка сегодня как-то вырвалась на свободу. Да? И мы ее подготовим за зиму. И следующим летом уже тронемся в сторону океанов. На базе лодку ждут существенные переделки. Мы планируем, что мы примерно на метр увеличим длину яхты. Это будет сделано для того, чтобы первое, корма не тянула воду. Ну и во-вторых, там будут расположены отсеки, которые мы будем использовать для хранения всевозможных вещей, которые будут нужны в экспедиции. Также мы планируем в районе кормы установить дугу металлическую, на которую мы закрепим антенны для связи. Иван – участник многих яхтенных регат на Красноярском море. Теперь собрался в кругосветку. Правда, на каком этапе еще не решил. Пока занимается техподготовкой вместе с остальными энтузиастами экспедиции. Welcome. Добро пожаловать на борт. Экскурсию на борт для нас проводит Макс Антипов, известный продюсер и увлеченный яхтсмен-любитель. Вот мы, собственно, внутри, где наверняка хочется побывать тем, кто видел хоть раз яхту снаружи. Мы в кают-компании. Кают-компания, камбуз, штурманский стол. То есть все как в небольшой малогабаритной квартире, но при этом все рассчитано так, чтобы было достаточно удобно. Визуально яхте вот так вот, конечно, мало что изменится. Другое дело, что начинка должна измениться. Здесь должны быть топливные баки, баки с питьевой водой. Вот труба под вибасту. Я думаю, что нам нужно будет еще одну вибасту поставить, проинспектировать эту. Штурманский стол, может быть, как-то изменится. Вот, тут нужно будет карты, тут нужно будет работать с картами. Ну, естественно, картплоттер, компьютер появится, который морской. Опытный капитан Валерий Какаулин признается, переделки требуют немало финансовых вложений. Но это никого не пугает, как говорится, с миру по нитке. Уже идет набор желающих присоединиться к проекту. Кого берут волонтеры и о чем предостерегают те, кто уже ходил в полярное плавание в продолжении проекта? Смотрите через неделю в программе «Итоги».